Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. В рамках проверки боевой готовности одно из ракетных подразделений армии Беларуси покинуло место дислокации и выдвинулось в назначенный район. Подразделения отработают комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовке техники к боевому применению. Указом президента Беларуси Александра Лукашенко полковник Леонид Давидович назначен заместителем командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны начальником авиации. До этого он командовал 61-й истребительной авиабазой в Барановичах. В Солигорске открыли военно-патриотический клуб «Родник». Шефство над школьниками взяла Осиповичская артиллерийская бригада. Для учащихся была организована экскурсия в шахты завода калийных удобрений на глубину 400 метров. Кульминацией встречи стал праздничный концерт от военных музыкантов. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на YouTube-канале ВНТВ Беларусь, медиаплатформе Яндекс.Дзен и в наших социальных сетях. До встречи!